В канун наступления зимы на Трехсвятской улице в Твери начал работать фонтан. Его, наконец, установили и опробовали в действии. Пользователи в социальных сетях возмутились такой новостью. Тверской Самсон, рыдающий от ремонта трехи. Это памятник фонтану? Не поздно для фонтана. Правда, в пятницу фонтан отключили. Остается надеяться, что он снова заработает весной на радость тверичанам и гостям областной столицы. Кроме того, отметим, что на главной пешеходной улице продолжается и другое благоустройство. В частности, ведется установка барельефа «Лучи Твери».